В регионе набирает обороты такой вид спорта, как роупскиппинг. На окружной слет в Голдым приехали более 70 молодых людей. Что скрывается за модным названием, каких успехов достигли тамбовские роупскипперы и какие планы они строят, узнал Надежда Кутукова. Именно этих ребят команду «Сияние» теперь уже с полным правом можно назвать основателями роупскиппинга на тамбовской земле. В прошлом выпускники Сосновской школы-интерната и финалисты телешоу «Минута славы» в настоящем чемпионы России по роупскиппингу. Свой прыжок в высоту, а именно такое название носит слет, они уже совершили. Теперь готовы помочь превзойти себя другим. У нас есть руководитель нашего национального коллектива, это Грышев Александр. В данный момент он в армии. И год назад он написал проект «Прыжок в высоту», чтобы работать с людьми из детских интернатов и детских домов. Вот. И он это создал, потом ушел в армию, и мы помочь ему, чтобы все не упало, сделали опять. Но он нами там командует, он там в армии, а сами нам руководит нами. В планах тамбовские звезды раскрыли секрет создания собственной школы роупскиппинга в Тамбове. Но уже сейчас участников слета готов обучать основатель движения аэробики со скакалкой в Челябинске Максим Кастандов. Для тамбовчан он подготовил мастер-класс по мультипрыжкам. Чтобы выполнять трюки, самое главное требование – это чтобы скакалка была послушная. Вот. И чтобы контролировать ее лучше, у нее длинные ручки, тогда мы можем вращать с большей амплитудой, не махая руками, так скажем. И она не спутывается при выполнении сложных элементов. Начинающие тамбовские прыгуны также подготовили номера. В жюри – тренер сборной России по роупскиппингу. Однако главная цель приезда – не критиковать и оценивать, а еще раз показать, что трюки со скакалкой – это здорово. Все начинается с обычных прыжков. И действительно, у нас многие нам говорят: ой, мы там бабулечки, мы прыгали так во дворе, там сколько-то лет назад. Да, мы прыгали, но мир движется, прогрессирует. И на Западе это уже официальный вид спорта со своими официальными правилами. На международной арене спортсмены со скакалкой из России – чемпионы пока среди детей. Тамбовчанам есть куда стремиться и расти. Так что слет по роупскиппингу уже решили сделать ежегодным. Надежда Кутукова, Владимир Крынкин, Вести, Тамбов.